Хай, зритель, с тобой русско-голландский Макс, и ты на моем канале. Сегодня я буду показывать храм самой молодой действующей религии на планете Земля. Религия называется сикхизм, а люди этой религии их называют ситхами. Вы видите за моей спиной храм. Этот храм называется Дурудвара. Сейчас я вам просто быстренько расскажу 5 правил ситхов. У них в голове должен быть гребень. Они носят на голове челму, они никогда не стригут волосы и бреются, у них должен быть всегда перед собой кинжал, и у них должны быть трусы по колено. Прежде чем как зайти в храм, нужно надеть что-нибудь на голову. Я надену капюшон. Сейчас зайдем в храм, и нам покажут 5 этих правил. Пойдемте. Так. Мы заходим, так можно сказать, в алтарь, и тут сидит. Тут очень пустенько, никого нету. Сейчас за моей спиной алтарь, и в нем лежит книга, золотая книга Гран Сахиб. Это что-то вроде нашей Библии или как у мусульман Коран. Вы слышите, в храме поют мантры. Сикхизм, как религия, зародилась в 15 веке. Основатели религии – гуру Нанак. Всего у ситхов было 10 гуру, и каждый из них по очереди писали книгу Гранд Сахиб. Ситхи не верят ни в рай, ни в ад, ни в карму. Они верят, что после смерти душа сольется с абсолютом в нирване. Во всей Индии ситхов примерно 60 миллионов человек. Люди обходят вокруг алтаря, сейчас я тоже обойду. На выходе всех угощают священной кашей. Все, которые выходят, им дают священную кашу в правую руку, и они ее кушают. Сейчас я тоже. Ну что, друзья, сегодня я показал храм самой молодой действующей религии в мире. Храм называется Гурудвар, находится он в Парвариме, в Гоа. Религия называется сикхизм, а люди этой религии ситхи. Если хотите, приезжайте. Сейчас я вам расскажу свои ощущения. Как я уже понял, они хоть и ходят с ножами, но они очень добрые люди. И когда я попробовал кашку, это было первый раз, когда я попробовал такую кашу. Никогда в жизни такую кашу не пробовал. Это все, с вами был Макс. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Макс. Пока.